Да, этот лех для тебя. Невероятное количество достопримечательностей, звуков и запахов. Аюрведический массаж из Керала, маски Раджастана, спокойно медитирующий Ганеш, тибетские маски и натрадж, танец Шивы. Лех похож на духовный, культурный и эстетический шведский стол. Но это изумляющее слияние, между прочим, не такое уж и новое. Хотя создается впечатление, что лев был недосягаем веками, он находится в центре огромной сети торговых путей. Из Панджаба в Центральную Азию караваном, перевозившим специи, чай и другие экзотические вещи, необходимо было путешествовать приблизительно 2 месяца по этим крутым горным дорогам. Буддизм также пришел по этой же дороге, так же, как и ислам. Разреженный воздух оказался идеально подходящим для смешания влияний, превращая лех в дом, на протяжении веков находящийся посредине мира. Лабиринт дорог с их традиционным восточным базаром, интернет-кафе, мастерские по выпуску традиционных изделий. Даже женщины из близлежащих деревень продают здесь свежие овощи и фрукты, в то время, как в заднем ряду кто-то руками постоянно ткет пашмину, точно так же, как это делалось веками. Только овощи сейчас в соответствии с международными пристрастиями. Лех в самом деле может считаться космополитеном, потому что это место, где люди с разных концов мира принимаются радушно. Наверное, нигде в мире вы не найдете сикха, владеющего немецкой пекарней, выпекающего хлеб из грубой непросеянной ржаной муки, который покупают все, и даже израильтяне, приехавшие в этот край. Хотя Ладак в целом и Лев в частности отвергают метафоры, но как член театральной организации города Ладак, Влэ тщательно репетирует адаптации пьес Шекспира. И однажды вечером в Шанти-ступа исчезнут все языковые, культурные и цивилизационные барьеры, как только широта человеческих чувств займет центральное место. Результаты будут волшебные. Просто волшебные. Thank you.